Узнай, каким будет твой день. Гороскоп на телеканале Евразия. Партнер программы КПК Gold Invest. Реальные доходы в реальном времени. Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Кажется, вам придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте скоропалительных выводов, ибо внутри они серьезно различаются. Телец. Никто ни в малейшей степени не усомнится, что вы самый-самый во всех областях человеческой деятельности. Возможно, так оно и есть. По крайней мере, получается, у вас сегодня будет все прекрасно. Близнецы. Повторение – мать учения. Постарайтесь найти и других его родственников. Это серьезно облегчит вашу нелегкую, но приятную жизнь. Рак. Вам стоит уделить повышенное внимание своей внешности. Вам предстоит произвести впечатление, так пусть оно будет приятным во всех отношениях. Лев. Вы будете передвигаться с такой бешеной скоростью, что окружающим достаточно будет моргнуть, чтобы потерять вас из виду. По вашей собственной инициативе или по чужой, день этот спокойным назвать будет трудно. Дева. Вы будете испытывать постоянную нехватку времени. Это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме цейтнота позволит максимально продуктивно использовать имеющиеся у вас ресурсы. Весы. Не стоит чураться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами. Один из таких людей может сделать вам весьма выгодное предложение. Было бы глупо отказываться от него только на том основании, что у вас есть своя гордость. Никто вас не собирается унижать. Скорпион. Вы ни при каких условиях не вспомните, что такое страх, зато ни в коем случае не забудете, что есть любовь. Между вашими желаниями и вашими возможностями нет непреодолимой границы. Стрелец. Поработайте мозгами, вдруг что-то путное выйдет. Теоретически должно, потому что сегодняшнее расположение звезд обещает придать вашему разуму остроту необыкновенную. Козерог. Надо быть особенно честными со всеми и со всем, особенно с самим собой. Оно, конечно, всегда полезно, но иногда очень уж сильно искушение. Водолей. Вас может буквально утопить в слезах человек, рожденный подводным знаком. Так что знакомых раков, рыб и скорпионов лучше обходить стороной. Рыбы. Притворите свою мечту в жизни, хотя бы одну самую завалящую, и день не пройдет даром. Gold Invest в Орске уже 6 лет. Мы даем надежность и сохранность вашим сбережениям долгие годы. Орск, проспект Ленина, 21. Гай, улица Ленина, 48.